Участников велопервенства снабдили необходимым инвентарем – шлемами и двухколесными агрегатами, хотя большинство гонщиков прикатили на мельничную на собственных железных конях. Выстроившись друг за другом, участники первенства стартовали через каждые 30 секунд. Мужчины крутили колеса на дистанции 5 километров, женщины – 2,5. Крутые подъемы и лихие спуски с легкостью преодолевали не только опытные спортсмены, но и новички. Все участники быстро адаптировались к извилистой трассе и наперегонки с ветром неслись, переключая скорости. По результатам женских гонок абсолютной победительницей стала Светлана Рудова, инженер-технолог научно-технического центра в СМПО. У мужчин самым быстрым велосипедистом уже второй год становится Евгений Муромцев, тренер по лыжным гонкам цеха 51. А вот так распределились места в командном зачете. В первой группе лидировали велосипедисты цеха 51, на втором месте спортсмены цеха 16 и на третьем представители научно-технического центра. Во второй группе золото завоевали гонщики цеха 37, серебро у цеха 40, бронза досталась спортсменам цеха 24. В третьей группе быстрее всех крутили педали студенты авиаметаллургического колледжа имени Истигнеева. Вторыми финишировали велогонщики цеха 31. Замкнули тройку лидеров спортсмены цеха 3. Нынешним летом велосипедистам в СМПО еще не раз представится возможность побороться за победные очки для цеховых команд. Так, например, 20 июля состоится открытый кубок по кросс-кантри «Титановая педаль».